Доброго всем дня! Сегодня мне посчастливилось зайти в Каре и на распродаже купить обувь из натуральной кожи с хорошими колодками. Другие мы как бы тьфу-тьфу не носим. Ой, вот по таким ценам. Сейчас я озвучу и покажу. Значит, первые башмаки. Натуральная кожа. Так, они вышли со скидкой 3807 ботильоны. Так. Это натуральная кожа. Вот из-за них вся эта акция у меня и была. Потом себе, что мне подарили, 845 рублей стоит. Вот такие вот. Это уже мой размер. Натуральные кожаные ботинки на осень. Они аккуратные. Alesia Nesca. Вот. А эти Pierre Cardin. Ну, это все кожа. Так, и вот эти вот мне вышли, сейчас скажу, 846, вот эти вот, натуралиш. Так, потом вот эти вот, это натуральная лакированная кожа, колодка тоже хорошая, ну вот они 2017 года выпуска, вот эти и вот эти. Но они нормальные. Вот эти вышли у меня 845. Но они шикардосные вообще. Это лакированная натуральная кожа. Вот. И это натуралка тоже. И это естественно. Так что не знаю, рекомендовать эту карри, не рекомендовать. Но мне очень понравилось. За эти деньги всего в чеке было 5498 рублей за три пары вообще натуральной кожи. Ну, может, развалится, я не знаю.